Самсонова, Москва, 5 июля, РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поддерживает идею учреждения в России Дня Отца, об этом она заявила журналистам в четверг. Соответствующая инициатива была озвучена членом Общественной палаты РФ Сергеем Рыбальченко на заседании проектного центра при детском омбудсмене. Общественник предлагает отмечать данный праздник в последнее воскресенье октября, за месяц до Дня Матери. Все, что касается семьи, важно. Это интересная инициатива. Мне кажется, очень логичной сегодня, тем более что есть Международный день отца. Думаю, что и в России хорошо бы установить свой праздник, сказала журналистам Кузнецова по итогам заседания. Возможность появления нового семейного праздника, Дня отца, обсуждается в России уже несколько лет.